Но Олимпиада – это самое прекрасное, то, что было в моей жизни. Где вы храните свои награды? В банке трехлитровой. Делаете зарядку с утра? Честно? Да, нет. Честно. Нет, не делаю. А как же спорт? А как же спорт? Я пробежал 37 тысяч километров в своей жизни. И так уже набегался. Самое первое. Дорогая для меня медаль. Вот тогда я обратил внимание на спорт, когда я участвовал в Евпатории, в соревнованиях, удивитесь, по велоспорту. Мой тренер был Владимир Дмитриевич Морозов. Сейчас он живет в Евпатории. Я там проехал велогонку и получил такую медаль красивую, где написано было: «Мне очень жаль тех, которые не бывали в Евпатории». И грамота, она у меня висела, как ребенка. Вот тогда у меня появилась тяга к спорту, что я что-то значу. Вот это самое дорогое. Ну, а самое значимое – это, конечно, знак Международной ассоциации легкоатлетической федерации за установление мирового рекорда. Причем этот мировой рекорд мы установили в 1978 году, и 10 лет он был не побит в эстафете 4 по 800 метров, а потом его побили кенийцы. Обычно журналисты задают, а сколько у вас медалей, сколько там наград? Ну, где-то порядка 80 наград. 80-й год, Олимпиада, Москва. Вы единственный крымский олимпиец. Да. Кого это было? Гордо? Ой, ответственность была, конечно, очень большая. Просто такое состояние. И самое главное было это попасть, конечно, на Олимпийские игры. У нас еще один парень-велосипедист должен был попасть на Олимпийские игры. Вячеслав Дедёнов. Ну, последний момент, его не включили в состав. И я тогда остался, узнал, что я один-единственный от Крыма. Но это была сборная команда Советского Союза. Это не сборная команда Украины и не сборная команда России. Очень высокий уровень результатов. И чтобы туда отобраться, нужно было пройти целую серию стартов. Мемориал братьев Знаменский, чемпионат Советского Союза, правда, и вообще. Потому что даже в нашем виде в беге на 800 метров обычно представляли три участника Олимпиады, а у нас только два. Потому что такой уровень. Ну и задача была, конечно, поставлена, что мы должны победить. Вот мы находимся сейчас на стадионе «Фиолент». Я сюда пришел, на этот стадион, в 1972 году. Тогда он назывался стадион «Авангард». Потом он стал стадион «Метеор». А теперь он стал стадион «Фиолент». Он принадлежит заводу «Фиолент». Вот отсюда, с этого стадиона, меня провожали на Олимпийские игры 80-го года. Первое самое серьезное соревнование – это 1977 год в Сочи, когда был матч СССР – Соединенные Штаты Америки. Вот там я, конечно, сильно волновался, потому что молодой парень, 22 года, только попал в сборную команду страны и ответственность, а тогда матч СССР-США – это, ну, высочайший уровень. Туда защищаешь честь Советского Союза, тем более с американцами. Две системы, понимаете? Система социалистическая, система капиталистическая. Вот там мне удалось победить американцев в беге на 800 метров. Причем американцы были законодатели мод в беге на 800 метров. Волнение как-то сказывается на спортсмене при участии в этих соревнованиях? Ну, конечно, не волнуются, по-моему, эти люди, шизофреники, которые больные. А так, конечно. Ну, нужно управлять своими эмоциями. Нужно управлять своими эмоциями. Это учится. Это приходит с опытом, приходит с тренировками. Нужно, конечно, управлять своими эмоциями. И где-то там за дня, за три до старта ты уже уходишь в себя, настроен только на результат. Ну, а самое главное, конечно, ты тогда нес герб Советского Союза. И тем более это Москва, столица нашей Родины. Здесь, конечно, давило очень сильно. Методика тренировки, она осталась на должном уровне. Причем все самые главные методические рекомендации — это была Ленинградская школа и Московская школа. Они давали, даже вот Себастьян Коя, нынешний президент Федерации, Всемирной Федерации легкой атлетики, мне много раз приходилось с ним участвовать. Он когда приезжал в Москву, вот недавно, Александр Сергеевич Батанин с ним встречался, и он говорит: вы ищете методику подготовки в беге на 800 и 1500 метров? Говорит: так мой папа
Себастьяна Коя. Учился на ваших учебниках. Сегодня вы преподаете. Да. Можете оценить спортивный потенциал современных ребят, которые стремятся быть тоже спортсменами, достигать каких-то высот? Вы знаете, они не хуже и не лучше нас. Они, вот я смотрю, не такие. Они намного грамотнее нас, намного эрудированные ребята. Мне часто приходится общаться со спортсменами. Со студентами очень интересно работать. Если говорить о легкой атлетике, столько, сколько мы получили за российский период, благодаря нашему главе республики, потому что он любит спорт, он понимает его. Это очень редкое качество, к сожалению, руководителя. Но вот наш президент и наш глава республики нас просто великолепно одели. Нет проблем. Раньше мы выезжали на украинские соревнования, знаете, как, ну, извините за выражение, бомжи, понимаете? Теперь одетые ребята, один костюм, второй, материальную помощь дают ребятам, дают стипендии. Сейчас у нас 7 человек, спортсменов наших, совет министров им купил, они получили квартиры. При Украине такого не было. Я знаю, что сейчас вы пишете книгу. Нет, возможно, по ней будет как-то учиться современное поколение спортсменов. Нет, это вы громко сказали, что я пишу книгу. Я не пишу книгу. Пишут авторы, да. Я помогаю им в работе, ищу, там интервью беру у ребят, у бывших спортсменов. Все, это будет книга об истории развития легкой атлетики Крыма. Да, начиная, вот мы нашли первые соревнования, были в Севастополе в 2011 году, и вот все современное до 2019 года. Вся история идет довоенная, потом послевоенная, Очень много мы фотографий нашли. Кто-то уже ушел в мир иной, кто-то живой, как вот мой тренер Тит Федорович Корнев, дай ему Бог здоровья, думаю, скоро будет 97 лет. Я думаю, что для поколения молодых ребят будет очень интересно. Потом этап пойдет 70-е до 90-го года, потом украинский этап, а потом наш этап. А сейчас уже поделитесь каким-нибудь интересным фактом с телезрителями из этой книги. Ну, интересный факт. Ну вот мы нашли, но это... Да, вот это вот не подтверждено, понимаете? При раскопках Херсонеса было найдено осколка вазы. Вот этими вазами награждали олимпиоников, олимпийских чемпионов. Как она оказалась в Херсонесе? Либо ее с Греции привезли в Херсонес, либо первый олимпийский чемпион был из Крыма. Это очень интересно, понимаете, мы просто все вот заворожены, не знаем, как это все будет выглядеть, но это неподтвержденное. То есть можно при расследовании обнаружить тот факт, что легкая атлетика начиналась в Крыму. Да, конечно, получается так. Мы недавно отпраздновали 130 лет легкой атлетики Российской Федерации. 130 лет. Ну, мы тоже отмечали здесь, в Крыму, а сейчас появились такие артефакты, то есть это может все перевернуть. Но я еще раз говорю, это не доказано, это только наши предположения или наши мечты. После большого спорта жизнь не прекращается. Любимым делом можно заниматься в любом возрасте. Вы согласны? Конечно, абсолютно согласен. Вы и сегодня продолжаете им заниматься? Ну да, ну причем я же появился в легкой атлетике абсолютно случайно. Я не поступил на факультет физического воспитания Симферопольского государственного университета, это как баскетболист. Я занимался в Евпатории баскетболом, велоспортом и хотел здесь продолжать. Но к баскетболу я не подошел и случайно увидел своего тренера Корнева Тита Федоровича. То есть я не прошел путь детской спортивной школы. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но так сложилась моя судьба. Сразу через год я уже кандидат мастера, мастер спорта, а через 4 года попал в основной состав сборной команды страны. Но это больше исключение, вы знаете. Конечно, деткам нужно пройти обязательно детскую спортивную школу, где дают навыки, техники, бега. Тогда, вот, может быть, из-за этого у меня и получились травмы. В 1977 году на матче с американцами повредило ахилловое сухожилие, как вы выражаетесь, и было однозначно уже где-то в сентябре месяце после универсиады в Софии. В Софии я приехал в Москву, и было принято однозначное решение профессором
Зои Сергеевны Мироновой, это Центральный институт травматологии и ортопедии, что нужно только оперативное вмешательство, да, потому что от нагрузки там все растянулось, все разорвалось, там мне сделали операцию. Где-то полгода было нормально, еще полтора года я продержался, а вот накануне буквально уже Олимпийских игр, она, конечно, дала себя знать, потому что уже когда заехали в Олимпийскую деревню, Миронова говорит, где решить, наверное, показали, болит, говорю, болит, давай ложись, будем колоть. Где кололи, обезболивающие. Ну, у меня жена мастер спорта по легкой атлетике, поэтому она все понимает. Дочка у меня работает на кафедре теории и методики физвоспитания вместе со мной. Сын тоже. Получил такую же, да. Поэтому у меня нет никакой проблемы понимания со спортом. Анатолий Владимирович, что делать человеку, который никогда не занимался бегом, но очень хочет? С чего начинать? Ой, ну если сильно хочется человек, ну смотря какой возраст. Какой возраст. Если ты, допустим, в возрасте 17-18 лет, то никакой все впереди, никакой проблемы нет. Если ты возраста среднего там, от 30 до 50 лет, конечно, нужно тренироваться, начинать тренироваться бегом, чередуя с ходьбой. Это раз. И небольшие дистанции бегать. И самое лучшее – это бегать, как мы привыкли легкоатлеты выражаться, на местности. Не на стадионе. То есть в каком-то парке, какой-то там если деревне, в лесополосе. Все. Почему не на стадионе? Потому что сейчас мы находим здесь резиновая дорожка. Она очень сильно бьет по связкам и по мышцам. И потихоньку от простого к сложному. Простого к сложному переходить. И можно доходить 4 тренировки в неделю. Но не напрягаться, смотря какую цель себе ставишь. Если оздоровительный бег, скандинавская ходьба, ее можно включать. И можно сначала чередуя с ходьбой, а потом уже медленным бегом. Что самое главное в жизни? Самое главное – быть честным и порядочным человеком. Вот это, я считаю, самое главное в жизни. И остальное потом все приложится.